приехала из России, из Москвы, в 1999 году. Мы вместе с мужем, он китаист, приехали в Китай, в Пекин, и мы вместе с ним живем в Китае уже 15 лет. Я профессиональный дирижер, я закончила Нижегородскую консерваторию с отличием по классу профессора Эдуарда Борисовича Фертельмейстера. И когда я работала в Москве в детской музыкальной школе, я создала хор. У меня был детский хор, который в 93 году в Москве занял первое место. Также я создала в Москве хор учителей, который побеждал на конкурсах в Италии. Мы ездили в город Лоретто, в Пескару. Ездили, выступали по всей Восточной и Западной Европе, записывались на радио и телевидение. И когда я приехала в Пекин вместе с мужем в 99 году, мне очень хотелось тоже создать хор. Вот. И когда она сказала, что давай сделаем хор, я сказал, давай сделаем. Конечно, было много трудностей. Во-первых, надо было найти место для репетиций. Вот. Ну, этот вопрос решился сам собой. В нашем офисе газета «Из рук в руки». Мы репетировали там. И ну, необходимы какие-то расходы, купить костюмы, купить какие-то музыкальные инструменты. Все, конечно, я Кате помогал с огромным удовольствием. Мы дали объявление в газете «Шоу Дишоу», и за несколько дней на прослушивание записалось 300 человек. Буквально целую неделю я прослушивала хористов будущих, отобрала 30 человек. Вот с тех пор, с 2003 года, хору «Шоу Дишоу» уже 11 лет. Наш хор репетирует два раза в неделю. У всех хористов есть своя основная работа, поэтому мы репетируем по вечерам с 7 до 9 часов в фирме у моего мужа Юры. И хотя это не самая подходящая площадка для репетиций, нашему творческому процессу это не мешает. Летом мы отдыхаем 2 месяца, и сегодня наша первая репетиция после такого отпуска. Я пришла заранее, и теперь жду остальных участников хора, чтобы снова их увидеть и приступить к репетициям. После окончания рабочего дня все хористы едут сюда из разных уголков города. Всего у нас более 30 участников, и каждый из них приезжает на репетиции 1-2 раза в неделю. Михаил, у нас в хоре люди разных профессий. Есть машинист поезда, повар, учителя, есть девочка, у которой своя туристическая компания. Замечательные ребята, и они очень прекрасно, прямо я сказала бы, даже относятся к хору, и мы как одна семья. В самом начале, когда мы стали заниматься, для меня сложно было многое объяснить, ведь я же по-китайски не разговаривала, и я учила фразы китайские. Может быть, это было не очень хорошее произношение, я их учила как могла. А хор потом просто привык, что эта фраза обозначает, потому что это, может быть, было не идеально по-китайски, но они потом поняли, что эта фраза обозначает, и поэтому они уже мои фразы понимают. И если приходит новый хорист,
те опытные хористы, которые уже поют в хоре, они понимают, что я имею в виду, и переводят, что нужно. Столкнулась с трудностью. Оказывается, в Китае все поют по цифрам. А я думала, что поют по нотам. Поэтому, когда на прослушивании я просила по нотам спеть, никто не мог. И тогда я поняла, я выбрала 30 хороших, талантливых певцов и стала заниматься нотной грамотой. Я же в музыкальной школе проработала 17 лет. И буквально за 3 занятия хористы освоили нотную грамоту и стали петь по пятилинейной системе, по нотам. И у нас открылись огромные возможности. С этого момента хор мог уже разучивать и сложные хоровые произведения. На очень многих конкурсах, стал победителем в Москве на 2 конкурсах, Москва – столица мира, в УСИ, в Южной Корее, на пекинском конкурсе. В 2007 году хор Шоу Дишоу принял участие сразу в 2 конкурсах – «Угольная гора» и пекинский конкурс. И везде победил, занял 1-е место. Мы на разных площадках выступаем, у нас и собрание народных представителей в СНП, концерты были, и на центральном телевидении, и в Государственном большом театре 8 раз хор Шоу Дишоу выступал. Хористы мне подарили на день рождения вот такую вот рамочку. Эта фотография хора Шоу Дишоу стала маркой. Министерство культуры Китая выпустило марку прямо с хором Шоу Дишоу. Это удивительная фотография. Очень приятно, что есть даже марка. Когда все вместе начинают красиво петь на много голосов, у хористов внутри появляется огромный восторг и огромная радость. Потому что пение в хоре – это какое-то особое состояние. Человек участвует своим голосом в чем-то общем и очень красивом. Так, шаг. Шоунин, молодец, скорее, молодец, хау. Юра, скажи, он из другого города приехал. Молодец, давай ручку, молодец. Юра, он из другого города на автобусе приехал. Молодец. Как город называется? Откуда приехал? Из какого города? Хэбэй. Молодец, так, шар. Минбэла, да? Тути. И ар. И хористы приезжают на репетицию вечером, усталые, голодные.
в любую погоду они едут вечером. Иногда они добираются домой после хора 2 часа. Они понимают, что такой талантливый режиссер – это удача. И хористы приходят, это тяжело заниматься в хоре. Это надо отрывать время от семьи, от друзей, от удовольствий. Это работа. Но это работа, которая приносит удовольствие, радость, счастье. Арка Ашичхан, соло, форте, Сулючхан, пиано, Бушилянга, форте. Так, залайцы, арка, он живет, так, соло, залайцы. Были случаи, когда у нас был концерт, а мальчик-солист накануне сломал ногу. Люсян. И мальчики из хора вот так вот под руки его взяли и прямо вынесли его, чтобы он не касался больной пяткой, как бы он так вот, незаметно, прямо так быстро, они так договорились хорошо, поставили его. Ему было очень тяжело петь, потому что стоять на одной ноге очень трудно. То есть вот они настолько у меня ответственны, настолько они любят хор, что они приходят в любой ситуации. Хористы очень меня любят. Однажды мы приехали в Москву на конкурс и резко похолодало. В Москве погода гораздо холоднее, чем в Пекине. И очень благодарили. Но я же переживаю за них, они же как дети, они же могут заболеть, простудиться. Поэтому у нас очень такие добрые, сердечные отношения. 就感觉气温特别的，反正特别好，老师像妈妈一样，然后对我们。然后其实我们在一起这10年，其实就像外国的一个妈妈，然后呢带领我们，然后也会除了排练以外，也会到家里，然后呢去做客，把我们真的当孩子一样。 Огромная радость. Приведу такой маленький пример. Когда вы хотите плохое настроение, и я это вижу, я знаю, что самый лучший способ улучшить Катино настроение – это спросить про хор. И когда ты спрашиваешь про хор, как прошла репетиция, кто пришел, кто не пришел, и Катя начинает говорить о хоре, настроение мгновенно становится лучше. Я с огромным удовольствием занимаюсь хором, хожу на репетиции. В тот день, когда у меня репетиция хора, у меня особенно хорошее настроение. Я просто весь день предвкушаю, что будет репетиция, я увижу своих любимых хористов, и они относятся ко мне, ну, прямо как к маме. Вы знаете, я очень люблю хор. Для меня это самое главное в жизни. Thank you.
Сегодня воскресенье, и мы с Юрой и хористами садимся в автобус, чтобы отправиться в школу в пригороде Пекина для детей с проблемами умственного развития. Там мы дадим благотворительный концерт, и кроме того, Юра приготовил 10 тысяч юаней в качестве пожертвования. Мы часто собираемся и даем благотворительные концерты. В эту школу мы едем уже в третий раз. Когда мы приехали в школу, они нас уже ждали на спортивной площадке. Сегодня в школу также приехали студенты-волонтеры, поэтому здесь царит необычайное оживление. Выступать в этой школе для меня просто особая честь и особая радость. Потому что, когда видишь этих детишек, невольно в сердце сжимается, жалко их, и хочется для них сделать добро. И они такие светлые, замечательные дети. С огромным удовольствием выступаю. И я рада, что хор тоже с таким огромным удовольствием выступает. Для нас это большая радость. Ученики школы тоже приготовили нам один сюрприз. Они исполнили для нас песню «Благодарное сердце». Нас всех очень тронула их искренность. Они другие, не такие, как все обычные дети, но они очень хорошие, они очень добрые, трогательные. На них смотришь и думаешь, боже мой, какое счастье, что есть возможность им показать свою любовь. Сегодняшний концерт, хоть он и небольшой, но он наполнен теплом. И наша душа, и детишек, которые слышали нас, мы вместе объединяемся, чтобы было радостно и светло всем. Если хотя бы немножечко у детей появилось чувство радости и счастья, то это самое главное, для чего мы сегодня выступаем. Когда я смотрю эти дети, мне очень жалко было. Даже я плакала, сидела, смотрела у них, как выступаю, молодец вообще, мой самый тоже молодец. Участвуем в такой мероприятии, для нас это очень большая честь, потому что это необычный концерт. Мы приехали рано утром, встали, никто не жал, никто не говорил, что я не хочу поехать. Все узнали, что мы поедем на такой благотворительный концерт. Все с удовольствием согласились. Мы будем там поддерживать добрые, такие открытые, и вот перед ними петь огромное счастье. Я просто очень рада, что сегодня приехала и выступила. Радуюсь и благодарна этим детям, что у нас есть возможность приехать и выразить свою любовь к ним. Мне сегодня девочка подарила вот эту красивую штучку. И настолько она искренняя, настолько она трогательная. У меня такое впечатление, как будто я прямо ее сердце держу в руках. Просто вот настолько дорог этот подарок, который от чистого сердца, такой вот трогательный, цветной. Детишки эти просто вот ни с чем не сравнимые, их души. Хор-шоу-ди-шоу!
Вечная дружба между Россией и Китаем! Ура! Все нравится в Китае. Очень люблю китайскую музыку. Даже занимаюсь на гуцине. Это самый древний китайский инструмент. Ему 3000 лет. Он очень тихий. Он камерный. Он для внутренней душевной гармонии. Это не громкий, яркий инструмент. Он не эффектный, но он очень сдержанный и очень интересный. И Конфуций говорил, каждый ученый муж должен уметь делать 4 вещи. Играть на гуцине, играть в шахматы, заниматься каллиграфией и писать стихи. Вот я уже к этому приближаюсь. Хотя мне еще расти и расти до китайского ученого мужа. Китай – это моя любовь. Это любовь всей моей жизни. Так же, как я люблю Россию, так же я люблю Китай. Я в Китае чувствую себя счастливым человеком. Я стал олимпийским факелоносцем. В год Олимпиады я пробежал с 7 июля в городе Ланчжоу. Самые счастливые 50 метров в моей жизни. И мы уже чувствуем себя тоже неразрывной частью Китая. И у нас 2 дома, 2 семьи, 2 родины, можно сказать. Китай стал нашей второй родиной. Мне очень нравится китайская жизнь, мне очень интересно. Мы с мужем с удовольствием ходим в музеи, на концерты, гуляем. Я люблю парки китайские. Очень люблю пекинскую оперу. Муж разбирается прекрасно в пекинской опере. Он переводил прекрасную книгу о китайской культуре. И даже в энциклопедии «Духовное наследие Китая» мой муж написал статью про пекинскую оперу «Диндзюй». Очень люблю пекинскую оперу «Золотая змейка». «Князь прощается с наложницей». Мне нравится воздух, который по-особенному пахнет. Он впитал в себя запахи ресторанов, еды. Хожу, нюхаю. Мне очень нравится китайский воздух, неповторимый. И вот 15 лет мы работаем в Китае. Это 15 лет самого успешного развития Китая, наверное, за всю историю. Никогда Китай не развивался так быстро, так успешно, как в начале 3-го тысячелетия. И мне повезло, и моей семье повезло, что мы в этом участвуем. Мы живем в одном жизни с китайцами. Можно сказать, что Китай стал нашим вторым домом. Я, конечно, хочу пожелать, чтобы хор развивался, рос, чтобы в него приходили хорошие люди, новые солисты, новые певцы, чтобы он активно выступал. У меня даже мама и дочка смеются иногда. Я говорю, у нас в Китае погода хорошая, а у вас? Они говорят, как это у нас? Ты же из России. Вот. Но во всяком случае, я уже Китай считаю своим родным домом. Мне очень нравится в Китае. Наш хор поет вместе уже 11 лет.
И мы рады каждому выступлению, каждой репетиции, каждой нашей встрече. Участники хора для меня как дети, как моя семья. Все они мне очень дороги. Мы с мужем Юрием Иляхиным уже 15 лет живем в Китае и ценим каждый день нашей жизни здесь. Можно сказать, что эта замечательная страна стала нашей второй родиной. Нам здесь очень нравится, и я надеюсь, что наша жизнь здесь будет полна счастья, радости, новых впечатлений и новых интересных встреч.